Доброе всем утро! Сегодня 12 мая 2023 года, пятница, город Харьков, на улице плюс 10. Сегодня у нас прекрасная погода, солнечная, небо ясное, голубое, ветерок есть холодненький. Солнышко уже сегодня встало в 4 часа 54 минуты, зайдет солнышко в 20 часов 10 минут, долгота дня сегодня 15 часов 16 минут. Сегодня нам синоптики обещают потепление до плюс 20-22 градусов. Посмотрим, конечно, это великолепно, особенно для растений и без осадков. Пока еще раннее утро, покажу, пока тут нет пчелок, ос. Вот, пока еще ничего не жужжит, и подойти к пиону можно. Он потихоньку распускается, я думаю, что распустится он быстро, если будет температура плюс 15, плюс 20, и будет все в цветах. Вот, но пока есть, вот смотрите, какие бутоны. Это огромный бутон. Ну, они все большие, они по мере того, как один отцветает, другие начинают догонять его. Сегодня хорошая погода, еще сейчас раннее утро, но мне необходимо будет поехать в город, поэтому снимаю пораньше, чтобы успеть. Всех еще разбудить надо. Вот, так что я вам всем желаю хорошего дня, хорошего настроения и только положительных эмоций. И всем пока!